В ефірі прес-центр. Я Олена Андрющенко. Вітаю. Зміцнення української гривні. Як змінився ринок нерухомості і які прогнози дають фахівці? Сьогодні про це поговоримо у прес-центрі «Відкритий». У нас у гостях наші постійні експерти Олена Коваленко, керівник напрямку стратегічного та регіонального розвитку у Дніпропетровському регіоні Всеукраїнської громадської організації «Спілка фахівців з нерухомості України» Кирило Жовтопуп, заступник керівника спілки фахівців нерухомого майна України, та Едуард Пухарєв, директор будівельної компанії. Вітаю, панове. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як ви вважаєте, можливо, якась нерухомість буде дешевшати? Добрый день, всех приветствую, рада видеть. Я думаю, что мы уже к этой теме возвращаемся и приходим не первый раз, так что я думаю, что основная аудитория наша в курсе, что в любой ситуации нужно вести себя адекватно и спокойно. Что конкретно я имею в виду? Какая бы у нас ситуация ни была, мы с вами уже пережили не один кризис и даже не два. Поэтому опыт отношения к этому событию у нас как бы с вами есть. И он достаточно хороший, потому что в данной ситуации мы с вами живем в городе, в котором масса новостроек. Только на правом берегу, мы вчера подводили итоги, мы насчитали их 16 штук, это жилых комплексов. Это без маленьких строительств, которые... Без чего? Без домов и таунхаусов. Да, без маленьких строительств, типа клубные дома, таунхаусы. Вот. Те, которые строят наши застройщики, которые являются частными предпринимателями, так называемые наши коллеги, малый и средний бизнес. И это люди, которые очень стараются и очень стараются угодить своим будущим покупателям и своим будущим клиентам. Смотрите, на самом деле, ну, скажем так, что такое упал курс гривны? Ну, немножечко он опустился в связи со всякими нашими политическими событиями. Естественно, рынок как-то на это тоже реагирует. По опыту, наш рынок уже имеет такой опыт, что начиная от купонов, заканчивая миллионами, мы спокойно, адекватно реагируем. Смотрите, рынок аренды у нас сейчас на сегодняшний день весь практически перешел на гривневые расчеты. Правда? То есть мы с вами уже ориентируемся по арендным ставкам как на коммерческую недвижимость и производственную, так и на жилую. Ну, в жилой недвижимости мы пока еще подходим к цивилизации, то есть как бы слово, выражение «арендная ставка» и для наших арендаторов и арендодателей немножко воспринимается сложно. Они, в принципе, называют общую сумму. И тем не менее, общая сумма на сегодняшний день не привязывается к доллару. Вот пережили мы уже это время. Поэтому этот рынок больше зависит от уровня спроса. То есть мы с вами понимаем, что как только у нас приближается господин сентябрь, и у нас идет наплыв студентов, уровень арендных ставок или стоимость квартир, жилья однозначно повышается. Где-то порядка на 10-15-20% от той стабильной ценовой политики, которая есть в нормальном устоявшемся рынке. Потом, ближе к январю, она начинает успокаиваться и возвращаться на свое обычное, привычное состояние. Поэтому мы понимаем, доллар нам тут... Чем больше к нам приедет людей, тем больше у нас будет спроса на подобное жилье. Здесь есть перспектива, наше государство, я думаю, что в перспективе с сентября, когда начнет заседать наша Верховная Рада новая, мы будем рассматривать с вами, встречаться и обсуждать. Есть новые проекты по поводу урегулирования рынка аренды, особенно жилого фонда. Это связано и с налогообложением, это связано и со спросом, и с предложением, и с отчетностью. Поэтому следите за нашими анонсами, мы будем вас держать в курсе. Пані Олено, скажіть, будь ласка, от щодо цін на житло вторинного ринку, можливо, чи можливо зниження цін на цю категорію? Дивіться, що
буде в нас, що нас чекає на вторинному ринку житла. На даний момент вторинний ринок, на відміну від первинного, він однозначно йде, весь, вся цінова політика йде в доларі. Це просто привичка. Поэтому перейду на... Значит, это уже традиционно. Как только начинает курс доллара падать, курс доллара, ценовая политика на вторичном рынке потихоньку-потихоньку начинает повышаться. Все. Таким образом, таким чином подорожчает, так? Немножко, оно сейчас уже немножко подорожало. Не намного. Не намного, но потихоньку-потихоньку оно начинает, где-то, я вам скажу, в пределах месяца вторичный рынок, во-первых, все, что было предложено на тот момент, его выбрали по низкой цене, и, соответственно, следующий этап, он немножко поднялся, процентов на 5-7, в зависимости, соответственно, и от типа дома, и от его состояния этого жилья и так далее. Но в целом, по статистике, он поднялся. А поясніть, будь ласка, чому це відбувається? Чому так впливає зниження курсу долара на ціну? От механізм. Можливо, пан Кирилл вважає. Здесь один момент нужно понимать, в чем люди хранят деньги. То есть есть такое понятие, да, вот пропорция, тотожность. Вот должно быть тотожное число. То есть мы имеем на сегодняшний день образно там 100 гривен, это там 100 долларов. На сегодняшний день 100 долларов это уже 80 гривен. Но цена должна быть урегулирована. То есть эти 80 гривен теперь будут равняться там 110 долларам или 120. То есть получается момент какой? Для тех, у кого сбережения в гривне, конкретно сейчас им стоит немножко активнее покупать, да, они как раз и могут выиграть эти свои там 5-10-15%. Тех, у кого сбережения в долларе, разницы никакой нету, вы все равно там 30 тысяч долларов, 20 тысяч, вы придете, их отдадите. То есть вы абсолютно ничего не теряете, но и не выигрываете. Вот здесь вот нужно понимать этот нюанс, и при уже купле-продаже, да, если, особенно если вы покупаете, нужно оговаривать, в какой форме расчет. То есть опять напомним, официально это гривна, но по факту все же приходят, правильно, платят зелененькими. Вот да, этот нюанс. Вот у нас есть два направления по поводу того, как мы обсуждаем цены. И на недвижимость в первую очередь. Почему? Потому что это единственный сегмент нашей экономики, где у нас еще до сих пор идет как бы официально не валютная операция. То есть она скрытая, она в тени. Вот. И чем дальше мы будем, так сказать, выходить из тени, тем дальше нам будет понятно. Но что касается статистики и аналитики, мы фиксируем такой факт. Что касается объяснения и ответа на вопрос, почему так происходит, то я могу объяснить. На сегодняшний день компании, которые рассчитываются с нашими потребителями в долларе, у нас в Днепре, ну, единицы. Не готова сейчас назвать цифру. Поэтому основная масса людей зарабатывает деньги в гривне. Если они планируют купить недвижимость себе на вторичном рынке, они что делают? Они покупают доллар. И поэтому доллар они покупают дешевле, соответственно, сейчас. Понимаете, да? Переводят деньги в доллар. Когда происходит... И получается, что у них, как бы, они могут купить, позволить себе купить больше доллара. Не забываем о том, что если я сейчас продавец, а вы, Елена, покупатель, вы купили себе кучку денег и хотите у меня купить. Я как продавец. На сегодняшний день продавцов только 15%, которые имеют прямые продажи. Остальные продавцы здесь продаю и вот здесь покупаю. Я покупаю у Эдуарда, допустим, планирую на первичном рынке, например. Так? И смотрите, поэтому продавцы выстраивают свои цены в зависимости от того, как они перейдут в роль покупателя. Понимаете, да? Если я покупаю на вторичном рынке, то что я делаю? Я сюда приплюсовываю все свои расходы и рассчитываю. Я здесь продаю, и здесь мне нужно купить. У меня денег хватит?
Или мне нужно идти будет в банк, спасибо, сейчас уже начинают потихоньку работать кредитные программы. Ипотека как таковая официально еще не запущена, но кредитные программы уже потихоньку начинают работать. И тогда мы со своими клиентами, точно так же, как и строительные компании, точно так же, как и эксперты рынка, садятся и начинают первое, что делать, не искать жилье, а считать, на какое жилье у покупателя и у потенциального продавца-покупателя хватит денег. И таким образом, понимаете, да, выдерживается баланс. И поэтому нет такого резкого скачка, что сегодня мы с вами проснулись, как было у нас когда-то, да? Было 5, потом 8, а на следующее утро 10, а еще через неделю 15. Ну и так далее, вы знаете, да? Поэтому чем более стабильно и спокойнее будет развиваться наша экономика, тем более спокойно, стабильно и благополучно будем жить с вами все мы, а соответственно наша любимая недвижимость. Скажіть, будь ласка, тобто це відбувається перерахунок таким чином, так? Враховуючи зниження курса долара, ми маємо перерахунок на гривню і ціна насправді вона не зростає, лише просто ну, дещо змінюється. А да, вона іменно міняється в залежності від того, яка ситуація на ринку в економіці. Понимаете? Даже не от качества жилья она зависит, а от экономики. Почему? Потому что тем же строителям, той же первички, да, вот они продают свои квадратные метры свои в гривне. Откуда у них складывается ценовая политика? Можно чуть раскрою? 2 секунды, да. И это стоимость стройматериала. Да. Стоимость стройматериала, как только покупают они ее в долларе в основном или привязывают, не знаю. Тут, я думаю, специалист. Я думаю, що зараз вот ми перейдемо так, до питання оренди. Давайте, да. До питання оренди житла. От, ну, зараз приїздять студенти, так, які почнуть навчатися в вересні. Скажіть, будь ласка, чи виросте оренда житла у цьому осінньо-зимовому сезоні? Я вам хочу сказати, що оренда жилья виросте однозначно, тому що вона кожен год росте, починає к концу августа і початку сентября. У нас всегда поднимаются арендные ставки, и стоимость аренды жилья однозначно поднимается на порядок. Другое дело, что есть еще такая ситуация, которую обычно не говорят, но тем не менее она как бы существует. Это когда спрос превышает предложение. На сегодняшний день у нас нет такого объема качественного, хорошего жилья по адекватной цене, которое бы сдавалось в аренду, для того, чтобы удовлетворить спрос. И от этого повышается стоимость. А не потому, что кто-то там хочет круто заработать. Просто спрос определяет предложение, а предложение недостаточно, и поэтому поднимается цена. Кто больше даст? Получается такой аукциончик. Тобто зниження чекати не приходиться. Нет, она не успеет просто. Если провести вот две линии, спрос, который, в принципе, цены на аренду, особенно однокомнатных, они выросли где-то в середине июля, раньше, чем обычно. Обычно это вот к концу июля начинается. И на двухкомнатные. То есть это студенты, да, которые приезжают один там, или два, три, может, человека снять эту квартиру и там жить. И получается, если просто нарисовать график спроса, который в середине сентября упадет, потому что люди уже поступили, ну где-то ж нужно жить хотя бы там 2 недели, он упадет, и вот этого вот плавного, правильного экономического перерасчета гривны к доллару, он гораздо медленнее, чем вот этот спрос. Поэтому разницы никакой не будет, оно прыгнет, да, в сентябре, в середине вернется на круги своя, и уже там ближе к декабрю, если действительно курс будет, гривна будет дальше укрепляться, арендная ставка будет снижаться в гривне, если пересчитать в доллар, это будет те же самые там $200-300. То есть это обыкновенный перерасчет, но он идет медленно, и это хорошо, потому что что такое экономическое, да, перерасчет? Есть такое понятие на индекс инфляции. То есть это средние цены на все. Нельзя, например, быстренько сейчас поставить курс, не пересчитать зарплаты, потому что, Лена Владимировна, да, по новостроям мы говорили, вот ребята, у них свое производство ЖБК изделий, то есть они за гривну его покупают у самих же себя. И
рабочая сила. Вы что же платите в гривне, почасово, по стандартам ДБН и так далее, да, оплачивается работа. И это должно происходить плавно, потому что если сделать это быстро, вот будет вот этот казус, непонятно, что делать, покупать и так далее, будет просто паника. То есть главное не паниковать, все идет хорошо. По аренде, да. Эдуарду, ну, дадим не повезет. Ну, давайте зараз поговоримо про світову кризу. Зараз експерти прогнозують світову кризу, що ну, восени долар навпаки от буде рости. І що в цьому випадку? Так ви думаєте, Едуард? Ну. Будь ласка, пані Олен. Я хотіла відправити. Ну, как вам сказать, мы не финансовые аналитики, мы аналитики, эксперты рынка недвижимости. Я вам скажу тогда так. Мы все ожидаем сейчас в преддверии новой Верховной Рады, новое, у нас вся новое руководство государства, которое озвучивает цивилизованную экономику, и мы все туда типа будем стремиться. Я предполагаю, что нас ожидает с вами постепенно дорога к тому, чтобы у нас вся недвижимость была приведена к единым расчетам не просто формально, а и реально. То есть я думаю, что мы будем постепенно уходить от расчетов в долларе, и на вторичке в том числе, и тогда это нам даст возможность более-менее адекватно понимать, что на самом деле происходит, и не зависеть от курса. Дякую. Пане Кириле, скажіть, будь ласка, які ваші рекомендації для тих, хто саме зараз бажає купити собі житло? Те, кто хотят купить, в принципе, я же говорил в самом начале, никакого страха, опасения, что вы где-то потеряете, что-то случится, его нет. Вы просто задайте себе вопрос, да, в какой валюте у вас хранятся деньги. То есть, если это в гривне, действительно, пока вот не произошел этот перерасчет по всем видам недвижимости, вы действительно можете успеть сэкономить себе там несколько тысяч долларов и доложить их там в еще более классный ремонт, если мы говорим там про первичку, да, или там сделать неплохой ремонт на вторичном рынке. То есть у вас этот шанс есть. Если у вас в долларе, вот многие люди сейчас начинают, блин, надо продавать доллар, курс же будет расти, то есть ты заработаешь больше денег. Можно, но опять-таки, сколько вам придется ждать? Ну, наверное, не скажет никто. То есть все зависит от того, изначально какая у вас цель. Купить квартиру, потому что вам нужно жить, или вы хотите инвестировать. Это немножко разные вещи. Для этого лучше обратиться в Союз специалистов недвижимости Украины, чтобы мы четко поняли вашу цель, что вы хотите. И уже под это мы распишем вам план, что вам лучше сделать, когда лучше это сделать и где лучше сделать. Вот, но, как сказала Елена Владимировна, ничего страшного не происходит. Это, наверное, больше происходит от того, что сейчас у нас идет перестановка органов власти, да, и как-то очень мало уделяют времени электорату и не объясняют какие-то определенные шаги. Ой, я вот хотілося для этого и сидим, хотілося чтобы объяснить. Хотелось бы дізнатися, чи гарний це час для купівлі, ну, житла, ну, хай це буде інвестиція, так? Он чи гарний любом, це час? Он в любом случае хороший, особенно на рынке Днепра, потому что вот, да, на сегодняшний день на том же левом берегу у нас 16 новостроев. Давайте возьмем 3 года назад, их там было максимум 5, и это было в лучшем случае. А сколько взагалі по місту? В среднем городе, ну, наверное, до 40-50 новостроев доходят. Ну, где-то 30-35, это если мы говорим о ЖК, это жилищные комплексы. Сейчас очень сильно распространено это клубные дома. Что такое клубные дома? Ну, давайте так, для сравнения, вот пятиэтажки, хрущевки все знают. Вот клубный дом – это концепт 3-4. Тот же. Только это не хрущевки, это хорошее качество строительства, это не кухни по 4, по 5 квадратных метров и так далее. То есть это, ну, небольшие такие вот дома, их еще больше, то есть если посчитать в сумме, наверное, до 60-70 объектов новостроев именно для многоквартирных домов, да, их на сегодняшний день есть проекты, вот уже Половская строительная компания, они сейчас разрабатывают еще один проект строительства. У нас ЖК «Грани» строится, на ДАФе 4 новостроя. То есть сейчас действительно нужно покупать, пока вот нету вот этой вот конкуренции. Но снова-таки, если оно вам горит и вам нужно что-то купить. Поняла. Если у вас есть время подождать,
вы можете подождать. Это только ваш выбор. Для этого нужно понимать изначально исходные данные человека, для чего он это делает и что он хочет получить в итоге. У нас буквально декілька хвилин до кінця ефіру. Скажіть, будь ласка, пані Олено, чи варто купувати житло у старих будівлях? Уважаемые, любимые наши це клієнти, наші скажімо, колеги і всі, хто нас слухає. Покупати нужно всегда, когда вам хочется, когда у вас, потому что жизнь не может остановиться только потому, что вырос или упал курс доллара, или еще как-то. Мы живем, и чем больше мы будем покупать и продавать, тем лучше будет для нас, потому что у нас будут проходить эти события, мы будем радоваться, что мы здесь продали и здесь купили. И расширились. Однозначно это будет лучше для экономики, потому что это идет оборот денег, оборот налогов и так далее, и так далее. И, понимаете, не будет вот этого вот негативного отношения к жизни, и окружающий нас мир, и наши люди, и наша недвижимость, однозначно будет все улучшаться по той простой причине, что если вы купили себе дом, да, вы однозначно будете наводить ему красоту. Однозначно, посмотрите, улицы наши преображаются. Однозначно мы хотим, чем больше мы будем хотеть, тем мы больше будем с вами получать и иметь. И это будет всегда лучше. Мається на увазі, що історичні будівлі, от чи є вони цінними? Смотрите, що касається історичних будівель. Это наша історія. І для того, щоб ви, у вас є какой-то мотив, почему ви хотите именно в этом домі приобрести, да, который является исторической ценностью. Может, у вас связаны какие-то личные обстоятельства, может, у вас просто связан интерес к истории. Что касается внутреннего содержания дома, то практически, ну, 95% наших памятников исторической архитектуры, они все уже реконструированы. То есть остались только фасады. Ну, может быть, какие-то там ценные, это заключение однозначно, наш ГАСК, так называемый Государственный архитектурно-строительный отдел горосполкома, дает заключение, не будет ли это идти под снос, и оно является памятником архитектуры. Когда вы получили это заключение, вы тогда знаете точно, что вас а. не снесут, б. и вам дадут разрешение и согласованный проект, вы согласуете, о том, что в этом месте вы можете провести такую-то реконструкцию. И если вы приобретете себе особнячок, реконструируете его, и он будет красавцем, то кто сказал, что это ухудшит нашу жизнь? Это будет только лучше. Другой вопрос, зачем вам это надо, если вы можете те же деньги вложить, да, и приобрести себе жилье в новом доме, в новом поселке, в каком-нибудь коттеджном или в жилом комплексе, где есть вся инфраструктура, где есть детские площадки, где есть паркинги, то есть есть уже цивилизация, понимаете? Ну, посмотрите на мир вокруг. Все движется, все развивается. Да, все очень много урбанизации. Тем не менее, смотрите, вся Европа сохраняет. Наша Одесса, наш Львов, это города исторические такие, да, с большой своей длинной историей, все сохраняет свои памятники архитектуры. Мы, конечно, тоже должны их сохранять. Щиро дякую вам, шановні гості, за те, що завітали на ефір. На жаль, наш час майже вичерпано. Я бажаю вам успіхів у ваших справах, ну і гарного дня. Спасибо. Дячна телеглядачам, що слідкуєте за ефірами відкритого. В студії працювала Олена Андрющенко. До побачення, до наступного включення.